во Франции, на Западе, ограничена. Если она ограничена, значит, она не свобода. Она как инструмент используется против тех, кто лишен этой свободы. Эта свобода летит по всему миру вслед за крылатыми ракетами. Этой свободой Запад изнасиловал не просто Европу, он изнасиловал весь мир, в том числе и Россию. Свобода во Франции родилась не во времена Вольтера. Она родилась во времена Марата и Д'Антона. Она родилась на Гревской площади, когда хрустела гильотина. Поэтому это свобода. Это одно и то же время. Это свобода кровавая. Это свобода кровавая и беспощадная.